он живет, не знает ничего о том, что одна девчина думает о нем. У ручья с калиной облетает свет. Ну что? Алло. Тунеядничаем. Вся страна работает, а вы себе выходной решили устроить. Абсентик глушите. Газ зажги. Было бы за что, я бы рожу подожгла. Это волосы, не кожа. Быстро отрастут, потом шрамов вообще не будет. Хочешь на вокзальчик? На вокзальчик хочешь? Мы тебя отвезем. Пожалуйста. Брысь отсюда. И чтоб больше никаких забастовок. Здравствуй. Здравствуй. А я тебя жду. У меня тебе подарок, а не тебе, маме. Что это? Это телефон. Чешский. Но главное, что я к нему приделал длинный шнур. И теперь твоя мама может везде с ним ездить на своем кресле по квартире и всегда сможет позвонить. Спасибо, Петя. Это очень удобно. Я как-то не додумалась до этого. Ну, так пойдем его сейчас и установим. Да поздно уже. Они могли лечь спать. Зато как она рада будет с утра, что может им пользоваться. Пойдем. Девять. У меня есть. А, и у меня есть. Накрывай. Ну-ка, барабанные палочки. У меня есть, даже два раза. Да. Держи. Лариса Алексеевна. Таня пришла. Мамульчика. Таня! Привет. А мы тут в лото играем. Да? Да, ну все, Маш, теперь все, теперь спать. Нам с Таней нужно поговорить. Мамочка, я не одна. Петя! Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Очень приятно. Мне тоже. Смотри, какой он тебе телефон принес. Ух ты! Ух ты! А давайте-ка я его сейчас и подключу. Да. Отвертка есть? Да, сейчас принесу. Сейчас. Все, готово. Принимайте работу. Работает. Ну, теперь все. Иди спать. А вы, Нина, уложите Машу и приготовьте нам чай. А накрывать на кухне? Почему на кухне? В гостиной. У нас гость. Есть.
Разрешите? Да-да, заходите. Юрий Владимирович, вы что здесь сегодня ночевать собираетесь? Кто это? Вот это. Я не знаю. Это не ответ. Вы должны знать всех, с кем контактирует Гюнтер. Но он с ним точно не общался. Иначе мы бы его сразу пробили. Черт, еще такой ракурс лица не разглядеть. А придется. Выясните, кто такой, срочно. Хорошо. Что это за мероприятие? Это симпозиум молодых ученых по микробиологии в Институте медико-биологических проблем. Вы сотрудник 11-го отдела КГБ, и вы прекрасно осведомлены о всех видах деятельности этого института. Жду от вас результатов в ближайшее время. Игорь, ну ты же понимаешь, что поставлено на карту. Мы не можем допустить, чтобы Гюнтер выполнил свое задание. Ставки слишком велики. Разрешите идти? Идите. У тебя замечательная мама. А ты… ты, наверное, не знаешь об этом. Значит, самое время узнать. Я очень счастлив, что тебя встретил. Такая вот история. Сейчас, подожди. Петя, ну что ты делаешь? Перестань. Соседи увидят, будут ругаться. Ты сумасшедший? Да. И это ты меня с ума сводишь. Ты такая… Мне кажется, что я тебя знаю всю жизнь. Я тебя ждал. Ты же ведь обо мне совсем ничего не знаешь. Я хочу о тебе все узнать. У нас завтра семейный ужин намечается. Ты приглашена. Мама будет готовить рыбу фиш. Это фаршированный карп. Карп уже куплен, бьет хвостом в ванне. И даже, возможно, будет цимис. А это что? Никто толком не знает, что это такое, но попробовать стоит. А по какому поводу праздник? Родителям дали визу, они летят в Вену. Сбылась их мечта. А ты летишь с ними? Еще непонятно. Жду тебя завтра после 7. Маш, пойдем, поможешь? Тань, ну куда ты опять убегаешь? Ну правда, у меня такое чувство, что ты меня избегаешь. Ну что ты такое придумываешь? Я сейчас быстро. Схожу за квасом, сделаю окрошку, и мы с тобой поговорим, хорошо? Ну, у меня сегодня выходной. Я сейчас. Доброе утро. Thank you.
Алло, это деканат? Да, я вас слушаю. Кирилл, только давай даже в квартиру заходить не будем, отдадим конспекты и сразу уйдем. А то я, честно говоря, даже не понимаю, о чем с ней сейчас разговаривать. Ну, или хочешь, я сама могу отнести простите, конспекты, пожалуйста. А ты меня… Ой, ай, тихо-тихо-тихо. Извините. Ничего. А ты меня во дворе подождешь. М? Да. Жалко ее, конечно. Но согласись, можно было как-то иначе. Не знаю, я лучше бы унитаз пошла чистить. Но никогда бы не согласилась ни на что подобное. Да это сплетни все. Еще не доказано ничего. Кирилл, ну, люди зря говорить не будут. Ладно, ладно, не будем ее осуждать. Наши пути разошлись. У нее теперь своя жизнь, у нас своя. Так. Вот, пожалуйста, этим здоровье. Тань! Пожалуйста. Таня! Следующий. Лилитра, пожалуйста. Таня! Таня! Привет. Как живешь? Нормально. Ну, как жизнь? Слушай, я… Ну, мы со Светкой хотели тебя… конспекты твои. А ты тут стоишь. Спасибо. Будто из какой-то далекой прошлой жизни, которой никогда и не было. Привет, Тань. Ну, ты прям цветешь и пахнешь. И откуда что только берется. Казалось бы, жизнь не сахарная, но ты молодец. Выглядишь на миллион. Ну, а что мне утопить? Жизнь продолжается. Да? Мы наслышаны про твою новую жизнь. Ладно, нам с Кириллом пора. Пойдем, Кир. А то мы опаздываем. Счастливо оставаться. Пойдем, пойдем. Пока. Увидимся. Вопрос на справах не даем. Нина. Да? Нина, скажите, пожалуйста, сколько вам платит Таня? Так а что это вас беспокоит? Платит сколько нужно, меня устраивает. Нина, ну я спросила вас, ответьте мне, пожалуйста. Квас принесли? Да. Отлично, сейчас пойду окружку сделаю. Угу. Осторожно. Мам, что это? Это конспекты. Да, я посмотрю. Я только что Свету с Кириллом внизу встретила, вот она и вернула. Только про Кирилла, пожалуйста, давай не будем говорить, хорошо? Тань, может быть, ты мне скажешь все-таки, что с тобой? Маша, помоги овощи резать. Ну хорошо, не хочешь, не говори. Но я сама догадалась. Да, да. Я все знаю. Сначала я думала, что ты связалась с дурной компанией, но потом я поняла. Ты забросила учебу, пока я была в больнице. Да, Тань? Да? Таня, господи, да бог с ней, с учебой. Ну, ну разве можно так переживать? Ты знаешь, со мной же тоже так было. Да. Конечно. Но теперь-то я дома, да? Да, ты можешь заняться учебой. Ты же умная девочка, ты все наверстаешь. Конечно. Ты будешь много заниматься теперь. Да. Да, а раз ты дома, мы сиделку можем же освободить, правда? Ну, если я буду дома постоянно сидеть, то я же не смогу учиться. Да. Ну, ничего, мы придумаем что-нибудь другое тогда. Главное, чтобы ты поправилась. Скажи мне только, девочка вот эта, где ее мама? Кто она? Почему она ее не забирает? Мамочка, да все в порядке, ты не волнуйся. Ее мама, она работает со мной. Она манекенщица. У нее сейчас временные трудности, так как она иногородняя, из Перми. В связи с Олимпиадой ей нельзя находиться в Москве. Она сейчас уехала домой, но потом она вернется и заберет Машу. Ну и хорошо.
Здравствуйте. Знакомься, моя мама, Жанна Михайловна. Здравствуйте. И папа, Вениамин Семенович. Здравствуйте, да, очень приятно. Играет в симфоническом оркестре. Да, вот мой инструмент. А Таня занимается переводами. Да. А разве вы в ИНЯЗе учитесь? Ну, в МГУ, на филологическом. А, вот да. Вот я об этом помню. Вы не удивляйтесь нам. Петя так много про вас рассказывал, просто все уши прожужжал. Ну, проходите к столу. Да, пойдемте. Мам, пойдем. Так, прошу, давай, усаживай. Жанна. Спасибо. Давай, садись. Спасибо. Так, начнем с салата. Да. Ой. И баклажаны. А салат Вениамин Семенович сам готовит. Да. Дивно. Спасибо. Берите, берите, Танечка. Вот, еще все. Все. Ну. Спасибо, все, хватит. Так, послушайте, давайте хорошо. Без фанатизма. Всем понятно, что вы гостеприимные и хлебосольные, но у Тани спасибо. Уже еда или на тарелку да нет, помещается. Нет, все в порядке. Хорошо, спасибо большое. Я все съем, я уверена, что это очень вкусно. Петя сказал, что вы уезжаете в другую страну. Не жалко вам здесь все бросать? Ой, простите, вас, наверное, все об этом спрашивают, да? Ну, отрицать не стану. Конечно, обидно оставлять близких, родственников. Да. Могилу предков, в да. конце концов. Но обстоятельства выше нас. А с другой стороны, за рубежом нас ждет новая, счастливая жизнь. Да, 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 да. Я предлагаю за это и выпить. Давайте. Давайте наполним Давайте. Бокалы. Спасибо. Чуть-чуть. Прошу. Танечка, спасибо. Переводчики за границей в чести. Да? Да. Ну, за новую счастливую жизнь. А квартиру нужно будет государству отдавать? Да, но мы не будем, потому что Петенька еще остается в Союзе, угу. и нас с отцом, честно сказать, это очень сильно тревожит. Жанна, и... прекрати. Мальчик уже вырос, способен сам планировать свою да, жизнь. Мальчик вырос. Танечка, а вам ведь еще 2 года учиться осталось, да? Три. Три. Счастливое время. Да. Татьяна, а если не секрет, после университета, чем намереваетесь заниматься? Веня, ну, что ж ты спрашиваешь? А все что? Девушки после университета просто мечтают выйти замуж и рожать детей. Правда, Танечка? Ну, о таком далеком будущем я еще не думала, но замуж я пока не собираюсь. Хорошо. Я хотела сказать, что пора подавать фиш. Да? Да. Вот салатик. Спасибо. Петенька, помоги мне, пожалуйста, на кухне. Да, сейчас. Не скучайте. Сейчас будет сюрприз. Хорошо. Мам. Ну что ты? Господи, Петенька, я ничего не имею против этой девочки. Она очень хорошая, ты в нее влюблен. Наш папа знал ее отца, это был очень смелый и достойный человек. Но влюбленность может пройти, Петя, а тебя не выпустят. Стоит ли это того? Мам, я ее люблю. А она? Ты ее об этом спрашивал? Ведь она не строит насчет тебя никаких планов. Будет обидно, Петя, если она не питает тебе никаких чувств, а ты ради нее готов сломать себе жизнь. Мам, ну я не могу без нее. Тебе же здесь житья не дадут, как только мы уедем. Ты наш единственный сын, ты понимаешь это? Мам, давай потом. Я прошу тебя. Скажи, а ты из-за меня не хочешь с родителями уезжать? А ты бы поехала с нами в Вену? Как это? Вместе со мной. Это невозможно. Я хотела сказать, что мама больная, я не могу ее бросить.
Да-да, я тебя понимаю, это правильно, я бы тоже так поступил. Но в Израиле, например, медицина гораздо лучше, чем здесь. И мне кажется, что когда твоей маме станет полегче, ее следовало бы показать израильским врачам. Они ее тут же поставят на ноги. Мне кажется, стоит об этом подумать. Пусть ей сначала станет легче. Что-то в ней нашел. Ты слепой? Ты видишь, кто она? Света! Она с мужиками по гостиницам за деньги. Заткнись! Шлюха и проститутка. Заткнись, кому сказал! А то что, ударишь меня, да? Ну давай, бей. Только, пожалуйста, не уходи от меня. Я так люблю тебя. Я все от тебя стерплю. Дело не в ней. Ну, просто я понял, что мы с тобой вместе быть не можем. Ну почему? Ну у нас же все было хорошо, ну разве не так? Вернешься к ней, да? К родителям. Ты можешь здесь пожить. Или уходи к своим. Как же мне жить-то дальше? ЗАГС через 2 недели. Гости приедут. Ресторан заказан. Как мне теперь глаза родителям смотреть? Брошенная невеста. Ну, я же не бросаю тебя. Просто предлагаю отложить. Ну, скажи так всем. Хорошо сегодня спала. Даже не слышала, когда ты вернулась. Ну, рассказывай, как тебя принимали Петины родители, хорошо? Алло? Алло! Бросили трубку. Возьми. Алло. Регина беспокоит. Срочно ко мне на Патриарши, есть работа. Вы звали? Да, собирайся в Измайлово. А кто там? Да какая разница, кто там, кто там? Ты ешь отрабатывать часть долга. Гел тебя сейчас и отвезет. О, Вячеслав, вы что, уже уходите? Регина, у вас, как всегда, все великолепно. Угу. Но, к сожалению, куча дел. На следующей неделе обязательно загляну. Угу. Но мне хотелось бы что-нибудь новенькое. Например? Ну, например. Нет проблем. Папеньке привет. Все непременно. До встречи. Счастливо. Клюет на тебя клиент. Ничего не поделаешь. Брала бы пример с Санни. Она много вопросов не задает, никуда не лезет. И проблем нет.
Это меня кровь предков рабов с тростниковых плантаций пришибает. Давай иди, знаю твои тростники. Танюш, иди готовься. Терпи. Кофейку попей. Что? Звезда моя, спрашиваю исключительно, переживая за тебя. Шухера не будет, если покровитель ее появится. Откуда я знаю, он вообще не звонит. Может, уже поостыл? Да ладно, как-нибудь выкручусь. Регина? Да? Что у тебя по Голубеву и Гюнтеру? Как у нее вообще дела? Да пока толком ничего. Кстати, где она сейчас? Откуда я знаю? Сегодня выходной, где-то шляется, наверное. У тебя относительно нее какие указания были? Где она? Говори! Если с ней что-то не так, пеняй на себя. В Измайлово ее отправила. Что? В этот катюшник? Тебе же было сказано, ее не трогать, она мне нужна. Она девочек на бунт подбивала. Вот я ее и решила поучить. Ладно. Я с тобой потом разберусь. Игорь, у нас рядом с Измайловым сейчас есть кто-нибудь из наружки? Мне срочно нужны люди, а то там ценного агента угробят. У тебя все в разгоне. Ладно, понял. Найди людей и срочно отправь в Измайлово. Срочно. Давай. Пойдешь как миленькая. Пусти меня, я буду кричать. Кричи, сука. Никто тебя не услышит. Сейчас получишь по полной, запомнишь на всю жизнь, как хвост задирать. Господи, допусти меня. Будешь дергаться, прирежу. Охрена. Здравствуйте. Нарушаем? Инспектор ГАИ, младший лейтенант милиции Хромов. Документы будьте добры. Знаю, знаю, лейтенант. Превышение скорости. Всего доброго, до свидания. Угу. Открой! Бейся, не бейся, все бесполезно. Открой, я сказала! Иди лучше раздевайся. Девчонки, что сегодня за контингент-то будет? Бандиты. Ашотик с Даниловского. И его уроды. Значит, куролесить будут. Еще побьют. Как в прошлый раз. Тебе пингала по лицу ответит, да? Девочки, пора за работу. Давайте, давайте, солнышки. Солнышки, вы мои. А ты еще там стоишь. Особое приглашение тебе. Я не люблю повторять. Ой, ой, отпусти!
за руль, кусать. Здесь все перекрыто. Проезд закрыт. Да вижу. Почему? Репетиции принесения олимпийского огня. Сейчас пройдут, пусть им транспорт. Придется подождать. Долго ждать? Чего? Долго ждать? Да откуда я знаю? Должны уже показаться, но вот нет. Черт. Я первый. Открывай. Быстро открывай. За мной. За мной. Всем стоять! Лицом к стене! Комитет госбезопасности! К стене! Сможешь встать. Все, все. Успокойся. Все уже позади. Пойдем. Товарищ майор, все нормально. С Дашей гостиничной охране. Пусть разбираются. Есть. Осторожней. Осторожней. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо. Осторожней. Вот так. Таня? Таня, ты в порядке? Что ты говоришь? Не слышу. Хочу домой, отпустите меня. Нет. В таком виде домой нельзя. Мать увидит, испугается. А ей сейчас нервничать вредно. Что? Откуда вы знаете про мою маму? Разве мы знакомы? Держи. Я видела. Вы подвозили меня от Березки. Как вы оказались в гостинице? Что вам от меня нужно? Вы кто? Куда вы меня везете? Здесь ты сможешь пересидеть, пока придешь в себя. Заходи, не бойся. Здесь ты в безопасности. А,
Садись. Так. А это просто валерьянка. Выпей, успокаивает. Подумали обо мне плохо. Я хочу, чтобы вы меня поняли. Я там оказалась по жесточайшей необходимости. Это все из-за катастрофы. У меня папа погиб. А мама... Я думала, она вообще не выживет. Больница, лекарства. Это, знаете, какие деньги? Это же огромные деньги. Я и так уже из дома, я все продала, а денег все равно не хватает. А мама так пока и не выздоровела. Господи, ну за что мне все это? Ну почему я? Ну что я такого сделала не так? Возможно, ты просто сделала неправильный выбор. Да не было мне никакого выбора. А может, ты его просто не увидела? Осуждаете. Осуждаете, я вижу. Вы простите меня, мне домой пора что-то. Можно я у вас еще немножко посижу? Ну, конечно. Да, конечно. Это просто реакция на стресс. Ты поспи немного, а потом я отвезу тебя домой. Регина. Юра, дорогой, произошло недоразумение. Я была не в курсе, поверь. А этот Гела, он, как всегда, все перепутал. Поэтому произошло недоразумение. Помолчи. Говорить будешь, когда позволю. А сейчас у меня нет времени. Значит, слушай меня внимательно. Голубеву не трогать. Да-да-да, хорошо, как скажете. Послушай, ты же не хочешь, чтобы я вспомнил старые? Эпизоды твоей боевой молодости, валютные операции. Участие в двух разбойных нападениях на иностранцев. Еще что-нибудь напомнить? Нет-нет, ну зачем, Юра? Ну, умоляю вас, ну пощадите. Вы же знаете, я буду делать все, что вы скажете. А Гела твой пусть молится. В следующий раз шкуру спущу.
Ну, что он сказал про эту Голубеву? Что он сказал про эту Голубеву? Я перед этой Голубевой на цирлах ходить не собираюсь. Потому что это все из-за тебя! Спасибо за рубашку. Я свою отстирала. Не за что. Ух ты, какая красота. Даже пятен не осталось. Спасибо. Чего не скажешь о твоей губе. Ничего, дома можно сказать, что на морозе целовалась. Вы знаете, а я вам вот что скажу. Вы не смеете меня судить. И никто не смеет меня осуждать. Пусть таким способом, но маму я вытянула. Она вообще шевелиться не могла. Врачи даже не могли поверить, что она поправится. А теперь она руками владеет, садится. Ей теперь срочно в Суздаль нужно, в санаторий. Там она точно ходить начнет. Я даже запрос на путевку отправила в Госкомспорт. Так. Ну и какие результаты? Хлопочет. А я все равно маму на ноги поставлю. Я уверена, я это сделаю. Угу. Если тебя до этого не убьют. Таня. Ты знаешь, Бог гордым противится. А если это единственное, что мне осталось. Тебе пора ехать. Спасибо вам.